есть вот посмотрел, смотри, родные места. Жириновский, говорят, не любит коммунистов, да, монархистов, сталинистов, немцев, поляков. А кого любит Жириновский? Тут нельзя так сказать, что прям не любит. Но неприятно то, что до сих пор коммунисты не хотят признать ошибочность. Не хотят признать, что революция была не нужна. Что это большая трагедия. До сих пор они считают это праздником. Но не получилась модель, нигде не получилось. Китай, да Китай это мы сделали. Куба это мы поддержали. Корея это мы. Вьетнам это мы. Убери нашу революцию. Если мы один слой срезаем, уничтожаем полностью, как можно вообще? Уничтожили лучших людей. 100 миллионов, посчитать не могу. Гражданская война, 8 миллионов зарубили шашками друг друга, и 2 миллиона уехало, вот 10. А потом, и вот так практически по миллиону в год мы уничтожали. Вот столетие, как раз 100 миллионов. И неродившиеся дети, это еще 100, потому что каждый кто-то имел, одного ребенка мог иметь, вполне. Вот 200 миллионов мы потеряли. Сейчас у нас должно было быть 400 миллионов умных, здоровых, сильных и мощнейший потенциал научный. Мы бы обогнали Америку. Ну, Ельцин же запретил Компартию СССР в свое время. Сейчас, я оставил. Кстати... Я оставил снова. В ноябре 94-93 восстановил. Почему? Советники сказали, референдум может не состояться, если коммунисты не будут участвовать в выборах. И в Госдуму могут быть выборы завалены. Вот они разрешили, они приняли участие. То есть это его недоработка. Все равно они часто фальсифицировали выборы и без коммунистов. Но коммунисты бы исчезли, все. Если бы их, как с ноября 93 года запретили бы, их бы не было бы. Была бы какая-то социал-демократическая партия, социалистическая, народная. Но их, ортодоксов, их бы не было.